Фейки и дезинформация в средствах массовой информации. Эту тему в минувшие выходные в Якутске обсудили участники открытой лекции, организованной с ВФУ. Лектором выступил доцент кафедры журналистики Валерий Надькин. Встреча прошла в свободном режиме. Участники говорили о возможных рисках и новых терминах при распространении тех или иных новостей. Добавим, что эта лекция с ВФУ стала завершающей. Всего за лето прошло 12 открытых лекций на самые разные темы, касающиеся медицины, философии, здорового образа жизни и многих других. Информационное общество, о котором так много говорили, оно уже существует. Оно существует уже по факту. Это уже нормальность. И как всякое явление, живое и полнокровное, информационное общество имеет свои риски. Я очень люблю фразу современного российского мыслителя из Санкт-Петербурга Сергея Чебанова. Она звучит очень просто, но мне кажется, очень емко. Все настоящее опасно. То есть мы будем сегодня говорить не о преимуществах информационного общества, они достаточно понятны, да, внятны, а мы будем говорить о рисках, которые оно несет, с чем связано.